Икона MTV. Металлика. Участвуют Лиза Мария Пресли, Роб Зомби, Шеннон Элизабет. Привет, я Шеннон Элизабет. Я сегодня пришла, чтобы поздравить Металлику. Стейнт, Ян Робинсон, Джим Бройер, Джиллиан Барбери. Меня зовут Марк Хопус. Я пришел сюда в надежде, что мои кумиры подпишут своих кукол. Джолин Блейлок, Честер Беннингтон, Линкин Парк, Трэвис Баркер из Blink 182, Шон Пен, Уэс Кантлин из Puddle of Mud и Snoop Dogg. Привет. На сцене Sum 41, Корн. Корн зажигает. Сам сидеть. Эврил Лавин. Я буду петь песню Fuel. Лин Бискет. И Металлика. Встречайте, на сцене Лиза Мари Пресли. Привет, спасибо. Добро пожаловать на программу «Икона MTV», посвященную Металлике. Ладно, спасибо. Сегодня мы чествуем реальную группу. Она реально хороша, реально честна и реально громко играет.
Более 20 лет они играют для своих поклонников, продав при этом 90 миллионов альбомов. Они преодолели бремя славы и жестокость меняющейся моды. Они прорвались и по-прежнему сильны. Сегодня мы услышим песни Металлики и узнаем истории, которые вы еще никогда не слышали. Давайте посмотрим. Одноразовые герои. Металлика вступает в новую фазу своей жизни. Мы сбросили старую шкуру, мы вернулись к самым корням Металлики. Мы много узнали о том, как общаться друг с другом, как объяснить, чего мы хотим друг от друга. Самое удивительное, или ироничное, или печальное, не знаю, то, что Металлика стала именно такой, какой видел ее Джейсон Ньюстед. Может, ему пришлось сыграть роль жертвенного ягненка, чтобы Металлика преобразилась. Далее в программе выступление Аврил Лавин. Мне пора готовиться. В следующей части рассказ о Металлике. Джейсон покидает группу, чтобы сразиться со своими демонами. Я не гигант, мне тоже иногда требуется помощь. А также выступления Snoop Dogg, Limp Bizkit, Korn и Металлики. Metallica. 30 ноября 2000 года Металлика в последний раз вышла на сцену в прежнем составе. Они вышли как братья по духу. Я знал, что это мое последнее выступление с Металликой. И песня была подходящая. Fade to Black. Он оставался в собственном коконе. Он был очень необщительным. Он пришел на концерт в последний момент, не сидел с нами до выступления, не тусовался. Мы сказали ему, нам надо поговорить после концерта. Вот уже несколько месяцев мы не могли собраться и поговорить. Концерт закончился, мы сошли со сцены, а Джейсона нигде не было. 6 недель спустя Металлика собралась в номере гостиницы Сан-Франциско, чтобы встретить свои страхи лицом к лицу. Я начал нашу встречу с того, что сделал предложение. Давайте разойдемся хотя бы на год. Он сказал, ему не нравится ситуация в группе. Мы спросили, почему? Я хотел немного свободного времени, я хотел выпустить собственный альбом. Но мы не могли взять паузу, мы сказали, мы не можем этого сделать, мы только начали записывать новый альбом. Я сказал, ну что ж, тогда мне придется уйти. Мы пытались предложить другие варианты, но это ему было неинтересно. Я моментально завелся, начал ругаться, орать, что мы делаем? Что, вот так все просто и закончится? После того, как Джейсон ушел, мы пытались заглянуть в себя. В чем была наша вина, почему он был вынужден уйти? ...1986 год. Когда погиб Клифф Бёртон, у Джейсона Ньюстеда, фаната Металлики, появилась уникальная возможность войти в состав группы. Никто не должен был занять это место, оно было моим. Он пришел на смену нашему погибшему другу, и ему было нелегко. Мы горевали и отыгрывались на Джейсоне. Мы его просто ненавидели. Мы кричали, «Мозгляк, давай шевелись!» «Давай, мозгляк, пошли!» Как будто он был во всем виноват. Он всегда оставался для нас новым участником. Трое нас и Джейсон. Джейсон — это наш новый участник. Надеюсь, он не облажается, а то он всегда лажает. Заткнись. Мы хотели, чтобы он был так же крут и жесток, как мы. И это никак не заканчивалось. К 2001 году Металлика была семейной группой. Ларс и Джеймс оба были женаты, у обоих были дети. А у Джейсона было все больше свободного времени. Мы собирались заниматься музыкой. Я сознательно решил не жениться, чтобы иметь возможность играть. Музыка поддерживала во мне жизнь. Когда месяц за месяцем Металлика не играл, я продолжал играть сам для себя. Он выпустил альбом, которым ужасно гордился, но мы не разрешили заниматься им дальше. Мы были как братья, которые отчаянно пытаются удержаться вместе. Мы буквально душили Джейсона своей любовью. Конфликт между Ньюстедом и Хэтфилдом достиг апогея во время спора о проекте «Эхо Брэнд».
Они сомневались в моей преданности. Ты не можешь заниматься Металликой и в то же время играть где-то на стороне. Человек, которого я уважал больше всех меня презирал. Так я научился контролировать свою власть. Меня как кобухом ударило. Ты должен встать и защищать свои принципы. Или сейчас, или никогда. Я люблю Джейсона, я уважаю его как друга, как музыканта. Я как будто потерял брата, и до сих пор это чувствую. Мне казалось, что мы рассыпаемся, что мы уже не единое целое. По странной иронии, следующим группу покинул Джеймс. Через несколько месяцев после ухода Джейсона, Джеймс лег в реабилитационную клинику, чтобы справиться с алкогольной зависимостью. Да, сейчас я не в Металлике, оставьте меня в покое, дайте мне разобраться со своими делами, до свидания. Я был в шоке. С нами не было Джейсона Хэтфилда. И не было понятно, вернется ли он вообще. Поезд Металлики слишком долго гнал вперед на бешеной скорости. У нас не было времени рассуждать о том, как это отразится на психологическом и физическом здоровье участников группы. Мы даже не думали об этом. Главная задача — удержаться на этом поезде, не слететь с него, пока он мчится вперед и давит всех, кто лег на его пути. Неужели 20-летняя гонка Металлики подходила к концу? Эмоций слишком много. Рассказ о Джейсоне, о клинике, это меня сильно тронуло. Встречайте, из группы Stain, Аарон Льюис и Майк Мушок. Couldn't be much more from the heart. Forever trusting who we are, and nothing else matters. I never opened myself this way. Life is ours, we live it our way. All these words I don't just say, and nothing else matters. Trust I seek and I find in you. Every day for us something new. Open mind for a different view. And nothing else matters. I never cared for what they say. Never played the games they play. Never cared for what they know. And I know. So close, no matter how far. Couldn't be much more from the heart. Forever trusting who we are, and nothing else matters. По ком звонит колокол? Когда ты остаешься ни с чем, тебе остается только предполагать. Что будет со мной, если Металлики не станет? Достаточно ли в моей жизни важного, чтобы заполнить эту пустоту? Мы стали великими мастерами предположений, придумывая самые ужасные и темные пути развития событий. Клиника была последней надеждой. Я думал, поможет мне только она, но боялся туда сунуться. А вдруг и она не поможет?
Джейсону пришлось сразиться со своими демонами после охотничьей поездки в Россию. Мы были в Сибири, у черта на рогах. В охотничьем домике у русских были только АК-47 и водка. Неделю нам нечего было делать, только ждать медведя и пить водку. Я чуть не сдох. Потом вернулся домой и продолжил. Я уже просто не мог себя контролировать. Семья разваливалась на глазах, мне предъявляли ультиматумы, несколько раз выгоняли из дома. И только тогда я понял, чего мог лишиться. Проблема была еще и в том, что и на обложках, и на выступлениях алкоголь всегда был главной отличительной чертой Металлики. Ну что, вам хорошо? Пиво пьете? Когда я с ними только познакомился, они пили водку как воду. Пивка не хочешь? Алкоголь помогал нам высказывать друг другу все то, что мы не могли сказать в трезвом состоянии. Это стало нашей легендой. Из-за этого я подчас не могу вспомнить многие моменты наших турне. Летом 2001 года, спустя всего 5 недель, в клинике Хэтфилд должен был присоединиться к группе для записи нового альбома. Накануне запланированной записи он позвонил и сказал: «Я не готов начать работу». Я боялся войти в комнату к ребятам, боялся увидеть студию. Это напоминало мне о прошлом, а я знал, что мне не понравится то, что было. Часть меня хотела приехать к нему, но чем я мог помочь? Я хотел быть другом, а не просто участником группы. У меня не хватило духу. Сейчас я обвиняю себя в том, что не обратил внимания на тревожные сигналы, которые были разбросаны по всему нашему пути. Пережитые неприятности, горе, даже какие-то детские переживания выплескивались в стихах, даже когда я этого не понимал. Я писал о том, чего никогда не пробовал. Кокаин, героин. Я всегда считал, что не смогу ни на что подсесть. Я всегда считал, что это для других. Unforgiven. Даже в этой песне я не смог простить родителей. Сейчас я оглядываюсь назад, перечитываю старые стихи и думаю: потрясающе. Тем временем Кёрк и Ларс смогли только ждать и надеяться на лучший исход. Он собирался уехать на 8, максимум 12 недель, а вылилось все в 8-9 месяцев. Терпение не самая моя сильная черта, но за последний год мне удалось потренироваться в терпении. Выздоровление Джеймса Хэтфилда разрушило старую основу творчества Металлики. Сможет ли обновленная Металлика, лишенная привычных алкоголя и постоянных конфликтов, играть с прежней силой? Дамы и господа, Шеннон Элизабет. Я счастлива представить вам нашу гостью, юную рокершу. Хотя парни из Металлики всегда гордились своей мужественностью, правда состоит в том, что женщины умеют зажигать ничуть не хуже. На сцене Avril Lavigne с песней Fuel с альбома Reload. Встречай! We'll be right back.
с ума сойти, какие прыткие ребятки. Неужели это была моя партия? Обалдеть. Сегодня интересный день. Я узнал, каким бы я мог быть, если бы я был женщиной. Coming up, Snoop Dogg rocks the house, and Korn puts their stamp on a Metallica classic. Thank you, Metallica. Thank you very much for the inspiration and the chance to come do this for you. Masters. Yeah! Korn! And in Chapter 3, Metallica brings metal to the mainstream, but pays the price. A fan came up and spit on me. You made a video. You sold out. What a deal. Metallica, boy. TV icon, Metallica. Chill. Big Snoop Dogg up in here. About to rock out on y'all one time. You know what I'm talking about? Chill. I want y'all to sing this right here. If you know the words to this right here, put your hands in the air. Come on, sing along with me. Come on, y'all. Hey, hey, I'm your light. I'm the one who takes you there. Hey, hey, I'm your light. I'm... Say what? Hey, hey, they betray. I'm your only true friend now. Hey, hey, they betray. I'm forever there. I'm your dream. Встречайте Джонни Блейлок и Роб Зомби. A House of a Thousand Corpses. Rob Zombie. В начале 80-х среди групп типа Poison появилась одна группа, которая посмела не использовать макияж. Которая посмела не петь про детку в каждой песне. И это была Metallica. Да, совершенно точно. Вы только вспомните про времена до Metallica. Сплошной отстой, одни уроды. Ну, ладно, ладно, не все уроды. Black Sabbath и Motorhead, ничего, ладно. Но в остальном все было ужасно. Начесанные волосы, брючки в обтяжку. Но потом появилась Metallica. Четыре простых парня в джинсах и футболках, которые играли зубодробительный металл. Они изменили облик металла навсегда. И 20 лет спустя они все еще с нами. Они все еще живы, потому что они крутые. Давайте посмотрим, как все это начиналось. Найти и уничтожить. С самого начала я был не особенно ответственным. Я не мог отвечать за свое поведение. Куда уж мне было справиться с целым поколением фанатов. Дамы и господа, встречайте, Metallica. Год. Мы Metallica. Мы приезжаем в город, рвем его в клочья и уезжаем. Примерно так мы о себе думали. Нам 17-18, нам есть что сказать, так что выслушайте нас, а мы будем играть громче и быстрее. Мы гордились своим положением, мы хотели, чтобы все поняли, мы анти-Мотли Крю. Если мы приезжали играть в какой-нибудь клуб, то обязательно завоевывали новых фанатов. И они становились не просто фанатами, они становились братьями. Устроить турне — это было пределом мечтаний. Мы так хотели добиться хотя бы этого. Четыре парня, которые ночевали в одной комнате, иногда даже в одной кровати, потому что не могли позволить себе такую роскошь. Один за всех, все за одного. Порви всех. Так все и началось.
Осенью 1981 года Ларс Ульрих поместил в местной газете объявление о подборе музыкантов. На объявление откликнулся Джеймс Хэтфилд, и вскоре к группе примкнул басист Клифф Бертон, гитарист Дэйв Мейстон, которого потом сменил Кёрк Хэммет. Мы приехали в Нью-Йорк и сразу начали работать над первым альбомом «Kill Them All». После записи нам с Клиффом нужно было возвращаться в Сан-Франциско. Мы сели на автобус и три дня ехали до Сан-Франциско, представляя, каким будет второй альбом «Металлики». А каким будет третий альбом «Металлики»? Второй альбом «Ride the Lightning» был выстроен более грамотно. Второй альбом был более зрелым. Нужна была динамика. Очень быстрые песни должны были соседствовать с не очень быстрыми. «Fade to Black» была самой личной песней из всех, самой искренней. На нее обратили больше всего внимания, даже мейнстрим прислушался. Прикольно, конечно, все крушить, но потом ты ощущаешь внутреннюю пустоту. В то время мы с Джеймсоном много думали о смерти. Помню, я пришел к своей подружке, а ее сестра крутила «Fade to Black» снова и снова. И я подумал, надо же, эта песня для кого-то что-то значит. Третий альбом «Master of Puppets» доказал, звук «Металлики» стал еще более мощным. С этим альбомом они выступали на разогреве у Оззи Осборна. Мы встретились с менеджером, он посмотрел на нас и сказал, «Ваш альбом стал золотым. У вас теперь столько денег, что вы можете вернуться в Сан-Франциско и купить себе по дому». «Металлике» пора было двигаться дальше. И в 88 году группа отпугнула многих своих фанатов, выпустив свой первый видеоклип, классический «One». Ко мне подошел фанат и плюнул в лицо. Я говорю, «Ты че, обалдел? За что?» А он отвечает, «Вы сняли клип, вы продались. Вы же говорили, вы никогда не будете снимать клипы». Когда выходит новый альбом, первый сингл с него начинает крутиться на радио, и к этому синглу надо снять клип. Вопрос только, зачем? В клипах того времени было больше шика и пышных причесок, чем мысли и глубины. Только после мощной обработки менеджером группа согласилась снять клип. Мы хотели отделиться от других, показать, что мы не одно целое с ними. Мы чувствовали, что нам есть что сказать этим клипам. Мы гордимся им. Клип для нас многое изменил. Смотрите, это мы. Нас стали чаще узнавать на улице, но в то же время многие наши поклонники, которые привыкли, что их любимая маленькая группа помещается в заднем кармане, напряглась, поняв, что мы там больше не хотим помещаться. «Металлика» выдержала первое испытание славой, но впереди было еще более суровое испытание. Смогут ли они его выдержать, не сломавшись? Встречайте, Честер Беннингтон из Линкин Парк и Трэвис Баркер из Blink-182. Когда я был маленьким, «Металлика» для меня значила очень много. Мне было 14, когда я купил себе альбом «Master of Puppets», сел за установку и стал разучивать партию ударных. Это изменило всю мою жизнь. Вообще, «Металлика»... А это круто. Спасибо вам. «Металлика» много значит не только для меня или Трэвиса, но и вообще в истории рок-н-ролла. Очень трудно сочинить песню, в которой была бы красивая мелодия, были бы эмоции, была бы душа. И при том, чтобы она оставалась металлической песней. «Металлике» это удалось в песне «One», а Корн постарается повторить их успех прямо сейчас, на этой сцене. Thank you.
Это было круто. Отлично, мужики, я их уважаю. По-настоящему работают, их не стыдно слушать. Анимации. Вперед в страну никогда. Чего на альбом? Просто так сложились звезды, и он родился. Если я скажу, что мы делали просто еще один альбом, это будет ложью. Мы знали, что он получится особенным. Летом 90-го года в студию «Металлики» пришел легендарный продюсер Боб Рок. Первым, что он нам сказал, что мы не записали ни одного альбома в полную силу, чтобы показать всю нашу мощь. Для нас это послужило боевым кличем. Ну что ж, давайте попробуем. Раньше нас так никто не подзуживал. Мы подозревали друг друга и самого Боба Рока. Ну что, разогрелись, теперь можно поработать. Может, сыграем песню в другой тональности? Давайте попробуем. Слушай, а может, ты пойдешь в задницу? Процесс записи черного альбома можно охарактеризовать как эгоцентрический. Первым делом он по утрам сталкивал нас друг с другом, заряжал на очередные 16 часов работы. Хочешь послушать с вокалом? Опять то же самое. Джеймс с Ларсом все время собачились. Я прошу равного отношения, вот и все. Только я мог разозлить Джеймса Хэтфилда. Я мог довести его до белого коленя за 5 секунд. Я вообще не слышал ударных. Могу я услышать партию ударных? Я бы не стал тебя просить, если бы знал, что у тебя руки отвалились. Столкнулись два эго, и никто не хотел отступать. Ладно, ладно, все, мир, дружба, все хорошо. Все хорошо. Мы должны были все время сражаться. Мы должны были доказать друг другу, кто сильнее. Все, что мы сделали за последние 4 дня, можно смело выкидывать в ведро. Ну и братья. Братские подколки.
Я сидел и пытался написать лучшие стихи, а потом кто-нибудь говорил: «Ну так, ничего, нормально». Что значит «нормально»? Альбом разошелся тиражом более 5 миллионов копий и стал стандартом качества для всех металлистов. В то время мейнстрим был более подготовлен к нашему появлению. Мы даже встретились с ним где-то на полпути. Черный альбом стал определенной вехой на пути Металлики. Их баллады становились гимнами, мастерски исполняемыми для публики. Sad but true, one. Я стоял на сцене, и ко мне подошел чувак и сказал: «Ты чё такой кислый? Разве ты не должен скакать и орать, как безумный?» А потом ему самому стало так странно, и он говорит: «А чё ж тогда делать-то?» Легко увлечься и использовать энергетику с концерта в жизни, чтобы подавлять других людей. Я не хотел быть клоуном, я не собирался для них играть. Я человек. Nothing Else Matters. Эту песню я писал в 4 гостиничных номерах 4 гостиниц, пока мы ездили по миру. У гастрольной жизни есть свои сложности, приходится мотаться по свету и при этом стараться удержать свои отношения с близким человеком. Летом 91-го Металлика двинула музыку в массы. Нам нужно было устроить грандиозное турне. Интервью, появление на телевидении, видеоклипы, фотосессии, выступления. Мы завелись не на шутку. За 2 года они объехали несколько стран и дали более 300 концертов. Но даже соблазны большого мира не испортили отношения внутри группы. Они продолжали оставаться большой семьей. Менеджеры говорили: «Sad but true стал хитом в Японии, мы должны туда ехать». Мой разум говорил: «Да», но мое тело говорило: «Ни хрена». После этих 22 месяцев все трудности, которые мы испытывали во время записи альбома, оказались детской шуткой. Доброе утро, придурки. Пора было сделать перерыв. За несколько лет Металлика из группы неоперившихся юнцов превратилась в самую мощную хэви-метал группу. Удастся ли ей устоять перед натиском успеха? Встречайте, Джим Бройер! Да-да, привет! Я рад быть здесь в качестве фаната Металлики. Быть воином ее армии. У Металлики не просто фанаты, у нее армия. Если спросить, какая твоя любимая группа, фанат Металлики никогда не скажет: «Ну там Металлика». Он скажет: «Металлика». Кто тебе нравится? Металлика. Вот они, Джеймс Хэтфилд, лучший фронтмен всех времен, лучший музыкант. Ему даже петь не надо, он просто подходит к микрофону и говорит: «Я». Yeah! Yeah! Ooh! Ларс. Если кто не верит, что Металлика может дать по яйцам, у Ларса свое мнение. Он подходит, знаете, маленький такой. Привет, ребятки! Какие дела, ребятки? Просто хотел сказать, что сегодня мы вам так дадим по яйцам, что они у вас из ноздрей полезут. Правильно, Джеймс, так? Так точно? Теперь они другие, у них появились дети, у половины их фанатов бегают дети свои дома. Все изменилось, это наверняка изменит их песни, но никогда не изменит их дух и тот стиль выступлений, который мы так любим. Специально для нового будущего Металлики, для ее детей. Вот бы как Металлика исполнила песню «Голубой вагон». Are you happy? Show me! Clap your hands!
что так звучу? Не может быть. Ну, не знаю, может и так. Далее в программе выступление Limp Bizkit, рок-н-ролл. И самих икон. MTV Icon, Metallica. На сцене Джиллиан Бербери и Ян Робинсон. Иэн Робинсон. Я счастлива сообщить, что являюсь большой поклонницей Металлики с того самого дня, как меня отправили домой из школы за любовь к ней. Это была католическая школа, а я под свою форму надела майку Металлики. Тогда я пострадала за любовь к ней, но зато теперь у меня есть пропуск за сцену и возможность постоять на одной площадке с Металликой. Одной из лучших групп в мире. Знаете, я был еще сопляком, когда два моих приятеля, Джосс и Джейсон, сказали: «Ты должен это послушать». И дали мне альбом с белыми крестами на обложке, «Master of Puppets». Я сказал: «Ладно, послушаю». Поставил альбом, послушал первую песню и слушал ее неделю. Я подумал, что остальной альбом просто не может быть лучше первой песни. Потом, конечно, я послушал и остальной альбом, он был великолепен. И так родился еще один металлист. Black Sabbath изобрели heavy metal, Металлика его усовершенствовала. Дамы и господа, Металлика! У Металлики много фанатов, некоторых из них мы пригласили на сцену, чтобы узнать, что Металлика значит для них. Назовите одно слово, которое можно передать любовь к Металлике. Страсть. Сила. Власть. Символ. Агрессия. Вдохновение. Бунт. Оргазм. Энергия. Лекарство. Боги. Неконтролируемые. Ярость. Спасибо, Металлика. Встречайте на сцене Limp Bizkit. We'll be right back.
concert, nobody's sitting down. So everybody in those f***ing seats, stand up, go. Get up, get go. That's what I'm talking about. And I want all you people right here on the floor who are fortunate enough to be here tonight to move in pretty close. Come on in. You back there, come on in. Alright. I want y'all to repeat after me, okay? Leave me alone. Leave me alone. Leave me alone. Leave me alone. I'm gonna break the f*** out, come on. Leave me alone. Leave me alone. Leave me alone. Leave me alone. I'm gonna break the f*** out. Из группы Puddle of Mud, Wes Scantlin. Metallica. С самого своего появления рок-н-ролл всегда оставался революционным движением. Но вместо того, чтобы разъединить нас, он только делает нас ближе. Правда, на то, чтобы сплотить Металлику, рок-н-роллу потребовалось 20 лет. Давайте посмотрим. 4 всадника. Нам так нравится этот альбом, что уже тошнить начинает. Это не похоже на все то, что было раньше. Это некое заявление нашей группы. Наша новообретенная любовь к жизни, Металлике и нашей музыке просто невыразима. Никогда не думал, что мы дойдем до такого. Май 2002 года. Джеймс Хэтфилд вернулся после 9-месячного пребывания в клинике, но не спешил брать в руки гитару. Мы встречались и разговаривали месяца три, но так и не вошли в студию. Мы должны заглянуть в себя и понять, зачем мы играем музыку. Тогда у нас что-то получится. Я начал разговаривать с ребятами, они что-то понимали, что больше смахивало на пришествие нового тысячелетия. Я просто не могу больше ничем заниматься. Мы поняли, что Джеймс — это по-прежнему наш Джеймс, только трезвая и более мудрая версия. Мы поняли, что Металлика оставалась новой и революционной. Мы должны встряхнуть все то, что когда-то знали в этом процессе, изобрести его заново. Продюсер Боб Рок исполнял для записи партию бас-гитары, а Металлика тем временем искала недостающее звено. Искала четвертого участника. Мы не торопились, мы занимались своим делом, ожидали кого-нибудь. Когда бы он появился, он бы пришел на чистое место, и мы бы его уважали. Недостающее звено предложил Оззи Осборн, сам того не подозревая. Это был его гитарист Роб Труильо. Ребята позвонили, сказали: «Приезжай, нужно поговорить, приезжай скорее». Мы встретились, они мне сказали: «Мы хотим, чтобы ты стал очередным басистом Металлики». Было здорово снова играть, было здорово, что к нам пришел Роб. Мы снова были в форме.
Металлике был нужен новый путь. Я с нетерпением жду возможности увидеть новую Металлику. Я буду приветствовать ее стоя. То, что у нас новый участник, то, что у нас новый альбом, который снесет вам всем крышу, то, что мы по-прежнему держимся на сцене, а ведь прошло 22 года, это потрясающе. Сейчас мы в большем заводе, чем когда-либо. Нам не терпится выйти на сцену и сыграть песни с нашего нового альбома. Их автобус стоял снаружи. Я помню, я ткнул в него пальцем и сказал: группа с таким лажовым названием никогда никуда не пробьется. Металлика — это лажовое название. Я ошибся. Теперь они стали иконами MTV, а все потому, что они крутые. Дамы и господа, на сцене Металлика! Yeah.
спасибо, спасибо, это было невероятно. Мы хотим выразить свою благодарность всем, всем тем, кто поддерживал нас долгие годы, всем тем, кто верил в нас, всем, кто помог добраться до этой точки. Спасибо нашей команде, нашим семьям, поклонникам. Спасибо всем, кто выступал сегодня на этой сцене, играл наши песни. Мы хотим выразить свое уважение. Спасибо вам всем. А вот будущее Металлики. Знаете, может мы... Да, может мы иконы, но мы еще не вышли в тираж.
was dreaming I was Al Capone. A rumor going round, got a clear run of town. Smell like a drop is born. Here come the law, gonna break down the door. Hear me when we're spoiled. Never, never, never win it anymore. Gotta get ripped, the stone goes so crazy. Freeze it!
Fix me!